стоят, девчонки стоят, в сторонке платочки свои теребят, потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Вот и так и у меня тоже получилось, друзья, в итоге. Когда я вчера сортировал котлетки от омлета, думал, что у меня треть мальчиков. Оказалось, что у меня 17 девочек и 16 мальчиков. В общем, природу не обманешь. Как всегда, практически 50 на 50. Ну, в принципе, я не расстраиваюсь. Девчонок хватает. Ну и мальчиков не обидим. Прокормим, подрастим и скушаем. Ну, в общем, вот такие результаты на данный момент. Ролик, в принципе, можно было и не записывать. Что тут смотреть? В принципе, смотреть тут нечего. Это я больше для себя записал, чтобы потом не забыть статистику. Хотя, конечно, я в тетрадочку записываю все, но мало ли тетрадку потеряю. А так зайду к себе на канал и вспомню, сколько у меня курочек, сколько петушков из последнего помета. Ну все, друзья, всем удачи, всем пока, увидимся на канале Кур в Мегаполисе. Небольшая реплика. Мамы у нас нет, она на работе. Филипп по ней скучает. Принес тапочки ее к своему коврику, чтобы мама была ближе к нему. Да, Филь? Скучаешь по маме? Скучает он по маме. Ну что, пойдем погуляем? Якова Эдуардовича навестишь. Ну, пошли гулять.